Гран-при фигуристов, Гран-при России. Наибольшее внимание, как всегда, привлек, конечно же, турнир одиночниц. Ну и, кстати, не только потому, что наши девушки в последние годы именно в этом турнире сильнее прочих. А все дело в том, что все ждали прокатов Юлии Лепницкой. Чемпионка Сочи в командном первенстве пытается вернуться на прежний уровень, но организм Лепницкой, похоже, пока к этому не готов. Она хотела убить Билла, а ранила себя. Боль Юлии Лепницкой сразу никто не почувствовал. Она просто остановилась, откатав большую часть произвольной программы. А потом, прихрамывая, подъезжала то к тренеру Алексею Ягудину, то к судьям. Лепницкая все-таки решила докатать, вернее, дострадать программу. Когда после она сидела в зоне КСНК, ее оценки никого не интересовали. Все смотрели фигуристке в глаза. Она сдержалась, не заплакала. Сейчас будем разбираться, потому что явно здесь, видимо, есть проблемы со здоровьем, потому что, скажем так, отнимается нога. А такие ситуации уже были до этого? В таком масштабе нет. Сначала было затихание музыки. Я подумала, может, так и должно быть. А потом, когда заново включили музыку, как бы я поняла, что была остановка. Но я, честно, не знаю, ну, как бы хореограф начал говорить, что травма и что, что-то еще, но я попросила, как бы, перед прокатом мне ничего не рассказывать. Подобные ситуации.